В одному супермаркеті так багато крали, що керівництво вирішило найняти другого охоронця, щоб не вкрали першого. Так ось, спальний район Києва, супермаркет АЦБ. Молодой человек, масочку. Масочку одеваем, я говорю. Да я свой, я охранник, просто новенький. А, новенький, тогда плечи вот так сделай, не борзей, слышишь ты? Новенький, значит, да? Салага, Салабон. Да, только меня зовут... А мне не важно, как тебя зовут. Имя отца твоего как? Степа. Степаныч, стало быть, да? А мое имя? А меня не интересует твое имя. Я говорю, стало быть, Степаныч. Шли, жизни тебя буду учить. Значит так, запомни. Первое правило охранников. Вот увидишь красотку на кассе, сидит на двух стульях. Ее не трогай, она моя. Понял? Понял. Если она крикнет «Охрана отмена», идешь ты. Если она крикнет «Охрана отменна», это значит, благодарочка прилетела мне за вчерашний с ней проведенный вечер. Все, понял, понял. Да, сразу. Второе правило. Определись, какой ты охранник. В смысле? Смотри, у нас тут в АБВ все серьезно, понял? Охранники делятся на два типа. Те, кто стоят руки спереди, и те, кто руки сзади. Понял? Ты раньше где работал? И мэра охранял. Ха! Мэра охранял. Я тебе говорю, у нас тут АБВ. Все серьезно. Тут раз отвлекся, уже какой-то студент дирол с кассы стырил. Или зазевался, он бабушка весь кефир из банки высосала. Вот так. А как вы сюда устроились? О, я столько из этого магазина вынес, что меня проще было на работу принять. Понял? Слушайте, а какой-то там карьерный рост, перспектива? Карьерный рост, с этим вообще проблем нет. Смотри, будешь хорошо охранять, и я тебя на лето в отдел мяса устрою, там кондиционеры классно работают. Будешь плохо охранять, я тебя на зиму там оставлю, понял? Понял. Ты главное меня держись, у меня опыта, о, смотри, что могу, вот так. Кока-кола. Да. Сыр по акции. Да ладно. Прикинь. Понял? Понял. Охрана, отмена. Куда ты рванул? Что ты спешишь? Запомни, это не она тебя позвала. Это ты решил к ней подойти. Ты тут царь и бог. И только от тебя зависит. Понял ты? Подойдешь ты к шестой кассе. Или к... Мужчина, масочку одели быстро. И он уже понял, что он у тебя на карандаше. Запомни, ты не просто охранник. Ты повелитель. Ты больше, чем Бог. Ты властелин пространства и времени. Это в каком смысле? Смотри, алкоголь продают до 11, понял? Угу. И только от тебя зависит, захочешь ты перевести свои часы назад на 5 минут. Представь ситуацию. Без 5:11. Ага. Какая-то бабуля на кассе не может рассчитаться. Долго стоит, рассчитывается. И ты такой: Валя, открывай четвертую кассу. Всех, кто с алкоголем, туда. Алкаши на колени падают. Мимо тебя ползут ноги, руки целуют, говорят: спасибо, благодетель, спасибо. Охрана, отмена. Да подожди ты, что ты, ну-ка... Пройдись. Кто так ходит? Кто так ходит? Ты должен ходить так, как будто это именно ты придумал саму функцию ходить. И теперь этим хвастаешься, понял? Ну давай, пройдись, что ты? Смотри, давай, повторяй за мной. Руки вперед, руки назад. Руки вперед, руки назад. Понял? Да, а что в нашей работе самое сложное? Самое сложное в нашей работе – это объяснить зашторенной бабке, почему она должна рассчитываться деньгами, а какой-то молокосос просто пришел и часы к терминалу приложил. Понял? Вот это так. Но сложности помогают. Значит, записывай, буду тебя учить пользоваться служебным положением. Смотри, если не важно, какое молоко пить,
Значит, берешь с краю холодильника. И если хочешь молоко посвежее, то берешь вот так, руку засуешь дальше в холодильник. Ага. И если хочешь свежее молоко, берешь, идешь вот в магазин через дорогу, там нормальные продукты продают. Понял? Так это что, у нас в магазине просроченные товары или что? А ты никогда не задумывался, салага, почему возле каждого супермаркета аптека есть? Вот что? Дальше, запоминай, научу тебя, как авокадо сделать дороже. Как? Значит, смотри, берешь 3 ящика авокадо, ага, ставишь вот так в ряд и ложишься на них спать. С утра просыпаешься, они уже теплые, дозревшие такие. Есть один минус. Ага. Вот эти самые, да, знаешь, наглые вот эти наблюдательные покупатели потом в администрацию приходят и говорят, а что это у вас авокадо охранником воняет? Ну и таких мало. Дальше, значит, смотри. Презервативы бери из пачки, где 12 штук. Потому что я взял из пачки, где 3 штуки. На следующий день пришли жаловаться какая-то недовольная женщина и 3 мужика. Понял? А теперь расскажу тебе страшную историю. Один охранник так долго стоял в овощном отделе, что сам начал подгнивать. А еще у нас в супермаркете потерялся мальчик. Пропал. И потом его продали по 50% скидке, как пропавший товар. Теперь самый главный секрет. Слушай, однажды в нашем супермаркете кто-то забыл ключ от ячейки, и никто не знает, что там. Рискнешь? Я не знаю. А что ты не знаю? Может, сейчас решится твоя судьба. Там либо недопитая бутылка пива, либо сумка с документами и бабками, как мне когда-то повезло. Ой, я помню тогда, конечно, на 10-ку сел и вернулся работать в супермаркет. Ну, так что? Да как-то стрёмно. Что-то стрёмно. Расслабься. Научу тебя расслабляться. Смотри, если день выдался сложный, идешь в бакалею, находишь бочку с макаронами. И я вот это, когда сложный день, подхожу к этой бочке, руку туда раз по локоть засунул и шурудю там, шурудю. Минут 5 пошурудил, о, настроение поднялось, стресс как рукой сняло. А если неделя вообще жесть, у меня такое было. Я на ночь остался, догола разделся и в эту бочку прям раз целиком и шурудю там, шурудю. Проснулся от того, что крикнули охрана, отмена. Короче, мой тебе совет. В этом магазине макароны не покупай. Понял? Понял. Охрана, отмена. Стоять. Степаныч, самое главное. Запомни, жизнь она как супермаркет. Есть место грусти, отдел овощей. Есть место радости, отдел алкоголь. И эту жизнь нужно пройти так, чтобы на финальной рамке она у тебя не запикала. Понял? Давай, Степаныч, как учил. Вперед. О! Ой! Валя, открывай 4-ю кассу. Ну и шо, шо 11? У меня наследник появился, Валя. Твой мой, здесь каждый свой, никого чужого. Наш портал такой вечерний, такой родной, радует снова. Здесь всегда зажигает наш вечерний портал. Всім знайома ситуація, коли галасливі сусіди не дають вночі спокій. Але ще гірше, коли ці люди мешкають не в сусідній квартирі, а в сусідній кімнаті. Що, дивимось? Ну от, опять не успіли уснути. Твою мать, а? Твою ж мать! Женя, хватит уже мне напоминать, что все это происходит с моей мамой. А я не могу это не напоминать, Лен. Потому что последний раз она так охала, когда у нее на даче кроты все перцы поели. И вообще, в ее возрасте бабушки на танцплощадке уже в паре вдвоем танцуют, потому что деда себе нормального не могут найти. А это нашла еще и какого. Здрасте, Станислав Владимирович. Привет. Что-то хотели?
перекурить. А мы хотели поспать. Вообще-то. Женечка, на том свете все отоспимся. Дайте мне зажигалочку. Нету зажигалочки. Тогда я пойду от этой горячей штучки прикурю. Не надо. Возьмите, пожалуйста, зажигалку. Станислав Владимирович, я вас прошу, не ходите туда больше. Да. Пока перекурим. Не, ну ты видел, а? Я видел, Лен. Я видел. На часах 3 часа ночи. Мне завтра на работу. Я не высплюсь. Ну, Жень, ну что я могу сделать? Ну если сейчас снова он вернется, в стену им постучи. Да сейчас. Я им больше ритм задавать не буду. Я на вашем балконе рюкзачок такой интересный нашел. Воспользуюсь ненадолго. Зачем? Сейчас. Куда вы побежали? Что происходит? Доставку удовольствия заказывали. Как это нечем платить? Сейчас найдем. Кто это такой вообще? Где она его нашла, Лен? Да он продавец зелени на рынке. Она пришла на Лукьяновку, спросила, где тут петрушку хорошую можно купить. Ей говорят, ну если хорошую, то это у Стаса на 17-м ряду. Ну она пришла, смотрит, ну мужик с виду обычный. Стоит, из банки сметану пьет, зеленью закусывает. Ну, слово за слово. Разговорились, она ему, а как вас зовут? А он ей, а где у вас душ? Ну и вот, 3-й сутки. Я знаю, что 3-й сутки, Лен. Я прошу прощения, я не понял, а почему это вы вышли, а кровать до сих пор скрипит? Женечка, ты вот когда с качельки спрыгиваешь, она ведь тоже не сразу останавливается. Да, кстати, можете спрятать у себя пенсионный. Зачем? Хочу одну злостную безбилетчицу наказать. Так... Готовим проездные документики. Лен, это ненормально, что люди в их возрасте такое практикуют. Он ее вчера шлепнул, у нее челюсть аж в коридор вылетела. Не напоминай мне, пожалуйста. Не напоминай. Хорошо, хоть вчера, хоть чуть-чуть выспались. И то только потому, что они в Гитлера играли. Он на нее аж в 4 утра напал. Жень. Слушай, а может, ход конем сделаем просто, не будем обращать внимания. Ну, как будто бы ничего не происходит. Так, сейчас! Жень, а может быть... Слушай, а может, ты просто завидуешь, а? Тоже так хочешь? Чему? Что я хочу? С твоей мамой или... Да при чем тут... Женя, я не об этом. Я имею в виду, что ты завидуешь, что он еще ого-го, а ты уже... Нет? Со мной все в порядке, Лена. Да? Я и не такую могу, да. Могу сделать так, что ты офигеешь. А если можешь, что, не делаешь? Не хочу. Я надеюсь, вы все? Антракт. Перекурить надо. На балкон пойдете? Нет, до балкона дойти уже сил не будет. Здесь покурю. Слушайте, Станислав Владимирович, ну мне кажется, что вы наглеете немножко. Ладно, а? Ладно, что? Ладно, ладно. Ну тогда с вас должок. Какой? Я сейчас уйду, а вы вот эту фразку мне вслед прокричите. Давай. Вузиндер партизан. Громко! Вузиндер партизанин! Нина! Нас немцы нашли! Проживем этот день как последний. Слушай, я Слушай, вот это... Это какой-то... Это невозможно просто выдержать. Я еще думаю, а что это мама костюмером на киностудию Довженко устроилась, а? Соседи мне говорят, Леночка, а вы что, не замечаете, у вас на балконе то довгоносыки, то Тарас Бульба курит? А я не могла это понять. Это ты виновата просто, Лен, я понял. Ты виновата, потому что не надо было своей маме на день рождения дарить вот эту красную, вызывающую кравчучку. Жень, при чем здесь кравчучка? Я вообще не понимаю, ты мужчина у нас или кто? Пойди разберись с ним, сделай что-нибудь, давай, давай. Ну, сейчас я его наберу сейчас и все выясню с ним. Сейчас все расставим точки над «и». Алло.
Станислав Владимирович, мы вообще-то хотим спать. Ох, молодежь, я в вашем возрасте, помню, сутками мог не спать. Помню, бывало, как... Так, все, хватит. Надоело. Я вот эту картину в голове себе представлю, у меня просто, ну, не по себе становится. Что такое? Что вы ищете? Кто ищет, тот всегда найдет. Что происходит? Что наша жизнь? Игра. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Неправильный ответ. Слушай, интеллектуально-развлекательный маньяк какой-то. Ну что ж ты за тут поделаешь, а? Надо что-то сделать, Лена. О, может, тараканий прием. Какой? Тараканий прием. Я сейчас зайду, свет включу, они друг друга увидят и разбегутся в разные стороны. Ну перестань, Жень. Нина! Ниночка! Нина! Что с тобой, Нина? Ой, чертовка, как ты меня напугала. Станислав Владимирович, выходите, идите сюда, пожалуйста, я вас очень прошу. Выходите на семейный совет. Давайте. Пожалуйста, Станислав Владимирович, присаживайтесь, есть разговор. Я пока прилягу. Да, вам так привычней. В общем, Станислав Владимирович, мы с Женей так подумали, так больше продолжаться не может. Правильно, я тоже так думаю, согласен. Что-что? Я говорю, согласен, надо пожить отдельно. Так вы согласны, боже мой, ну наконец-то. Конечно, я очень рад, что вы с Женей решили от нас съехать. Чего? О, пожалуйста, а вот и полиция пришла. Да, или соседи. О, фу, извините, молодежь, привет, разбудила? Нина Васильевна? Мама. А там тогда кто? Что-кто? Стасик. Слава богу, первый этаж. Слышь, экспериментатор, теперь ты на подоконнике. О, боже! Оксана вирішила розпочати нове життя з понеділка, тому що в минулому житті в неї було забагато кредитів. Так, хто з нас не обіцяв сам собі розпочати нове життя з понеділка? Справді. І так, давайте представимо собі, що такий понеділок розпочався. Женя! Жень! Женя, вставай! Давай, Жень, вставай. Да-да, уже в пути, уже в пути. В каком пути? Вставай давай, Женя. Уже в пути. Ну... Женя, ну вставай. Ну, устал я. Ну что, ты довольна? Довольна. Ну все, я ложусь обратно на стул. Женя, ты вообще-то бегать собирался. Когда? Вчера. Ну не сегодня же. Жень, ну тебе надо худеть, ты понимаешь? Ты себе тромб хочешь? Да можно с майонезом, пожалуйста? Так не балуйся, давай вставай. Ты обещал, что похудеешь, ты слово дал. Это я дал, конечно, да. Хорошо, хорошо, ладно. Женя, вот если ты сейчас не встанешь с кровати, не займешься спортом, не похудеешь на 10 килограмм, все, никакого секса. Доступ к телу закрыт. А-а-а. Обидненько. Ладно, значит, никакого секса, и я заберу у тебя пульт от телевизора. Ну, нельзя так. Ну, зачем? Ну, все же нормально со мной, ну. Ненормально, Жень, ненормально, когда у Лысого кличка Толстый. Ира. Я понимаю, что не хочешь, но надо. Ира. Что? Пожалуйста, ну не надо, ну зачем это все? Ну давай, давай, ну надо, вставай, пожалуйста, встаю, ну вставай. Встаю, встаешь? Все, встаю, встаю, все, встаю, давай, встаю. Вставай. Встаю. Жень, ну я же слышу, что ты не встал. В смысле ты слышишь, что я не встал, Ира? Ну колени ни разу не хрустнули, значит не встал. Не так уж они и хрустят, Ирочка.
комедия. Не так хрустят. Я первых 3 года не могла с тобой спать. Мне казалось, ты постоянно в нычку чипсы жрешь под одеялом. Жень, надо худеть. Ты уже вон в свадебный костюм не влазишь. Так радуйся. Чему это? Потому что я ни на ком другом жениться не собираюсь. Так, Ира, знаешь что? Я точно решил, я не побегу. Я сказал. Ожирение – это проблема. Ну, конечно, проблема, блин. Бегать от проблем не в моих жизненных принципах. Вот и все. Ага. Вот так, значит, принципиальный, да? Да. Хорошо. Да. Хорошо, но я тебя лишаю пива по вечерам. Этого все. Нельзя делать. Это почему а же? Этого нельзя а делать, а я худею благодаря этому. Вау. Да. А ну расскажи, как это происходит. Я вчера пиво вечером выпил. Ага. Уснул. Да. Пельмени не доел, все. Жень, блин, посмотри на свою пузяку, вот на эту, посмотри. Да нормальный у меня пузяка, нормальный живот. Если б не мой живот, я бы от хулиганов не отбился. Если б не твой живот, ты бы их не зацепил, блин. Не надо преувеличивать. Вот я не преувеличиваю, серьезно. Даже женихи, давай поженимся, выглядят лучше, чем ты. Прям уж. Прям уж, прям уж. Может, тебе Одессу напомнить, а? Как ты из воды не мог выйти? Люди думали, что касатка на берег выбросилась, забрасывали тебя обратно. Жень, надо худеть, серьезно. Вот ты похудеешь, ты станешь другим человеком, честно. Я тебя прошу, Порошенко похудел, он что, другим человеком стал еще? Ладно, Женя. Ладно, хорошо, не надо худеть, не надо. Но тогда я, в свою очередь, поправлюсь. Будем с тобой вдвоем, тихо, щеки себе наем, ляхи, жопень такую. А нельзя этого это делать. Почему? А потому что я же от тебя сразу уйду, Ира. Ну, во-первых, не уйдешь, потому что это же надо идти. А во-вторых, ты охренел, блин. Ну все, тише, все, не надо. Не заводись, тихо, не давай. Заводись. Все, ну, давай, разминка. Так, давай. Что делать разминка надо? Разминка перед пробежкой, давай. Давай, давай. Да, ноги на ширине плеч, да. Руки на талию. Выше. Ты знаешь, где у тебя талия? Талия, там, где пояс застегивается. У меня 2 варианта, либо здесь, либо здесь. Ладно, хорошо, все, давай, выровняй спину. Руки перед собой поднимай. Давай полегче что-то, Ир, пожалуйста. Господи, позорище! На тебе полегче, вот коврик. О, Слава, вот видишь, коврик. Ну, сразу коврик, же. Вот, конечно. Пожалуйста, коврик. Ложись. Подожди, что это такое? Это что за шипы? Это больно будет что? Это индийская зарядка, тебе понравится. Да я больно будет, Ира, ты что? Так ложись, я сказала. Ну я, ну как это, ну зачем ты это делаешь, Ирочка? Ой, больно, ёханый! Вот так тебе и надо. Женя, блин, ты прикалываешься сейчас надо мной? Так, все, плохая идея с ковриком. Давай, приседаем, приседай. Теперь вставай. Это что, приседание с привставаниями? Сразу нельзя было сказать это. Приседай давай. Опять? Да, и так 10, прикинь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А что ты делаешь сейчас, Жень? Сейчас 10 приседаний. Ага. Потом 10 привставаний. Зачем это нужно мешать все в кучу, Ира? Ты же не ходишь вперед и назад одновременно, в конце концов. Ладно, все хорошо, проехали. Давай шею разминаем. Повторяй давай. За мной. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. Что ты делаешь, блин? Повторяй за тобой, ты же сама сказала. Да ты движение повторяй, не слова. Хорошо. Дам тебе раз. Давай. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо. Шея? Не. Комар на потолке сидит. Это он мне, падла, всю ночь спать не дала. Ну, Женя. Дай подушку, Ирочка, сейчас я его зашандалю тут. Чё? Господи, на. Дай, пожалуйста. Ну, тварь сосущая. Ничего. И у меня времени много. Я подожду, пока ты ниже опустишься. Женя, блин, доставь ты комара в покое, спортом займись. Значит так, мне кажется, кто-то говорил, что не может заниматься сексом, когда пялится кот. Да, это ты говорил. Какая разница? Ага. Так вот, я не могу заниматься спортом, когда на меня пялится комар. Женя, это не комар, это какое-то старое пятно. Тем более, когда на меня пялится какое-то старое пятно. Значит, надо с ним что-то сделать. Где у нас белая краска?
в магазине у нас вот белая я в магазин краска. Пойду и куплю. А, да, знаю я, хитренький, в какой магазин ты пойдешь, не я надо. Я пойду в строительный магазин. Я куплю баночку белого пива, белой краски куплю я. Женя, я это бегу. Слышала. Нет, не я смей, бегу, Женя! Смотри, Ира, я бегу. Ваші оплески Євген Кошовий та Ірина Сапонару. Дальнобойщик Григорий, впервые поехав в рейс по Европе, был искренне удивлен, что оказывается у них на обочинах чище, чем у него в кабине. Итак, представьте, два наших дальнобойщика впервые попали в Амстердам. Ой, хорошо! Ой. Слушай, Мишаня, ну нормально, заселили сейчас. Оформимся, слышь, и пойдем этот Амстердам покорять, да? Ты что, это рванешься вообще, блин. Нормально. Ты английский знаешь? Английский? Я тебя прошу, кто его не знает, слушай. Ну, супер. Hello! Hello, can I help you? Ага. Что он сказал? А я откуда знаю? Я же английский учил, а не амстердамский. Погуляли. Ну подожди, ну что ты паникуешь? У нас же есть гаджет. А в гаджете что? Автопереводчик. Все, смотри. Что ты сказал? Hello, can I help you? What is your name? А? Спрашивает, как нас зовут. А. Значит, friend, я Герман. Я... Ну, Герман я. Ну, Deutschland я. Ну, ну какой ты Deutschland? Что ты Deutschland? Ты ж Герман. Так. Значит, ты Джоман. Ага. Джоман. О? Джоман. А фамилия у тебя не туди хата. Wrong place house. Ага. Значит, friend, я Джоман. Wrong place house. О. Ага. А я Мишка. Bear. Bear. Bear like... Не, ну когда, конечно, набухается, да, так. Вот. А фамилия у меня перебий нос. Kick the nose. No, kick the nose, please. Да, kick the nose, да. Kick the nose, no, kick the nose, please. Нормальный чувак. Смотри, я из Прилук. Как будут Прилуки? Прилуки. Strong cigarette. Ага. Значит, я из Strong cigarette. Strong cigarette. А Мишка из Канатопа. Канатопа. Ну, Конотоп. Кана. Хорс, тигдик, понял? В общем, мы дальнобойщики с Украины. Да. Как будет дальнобойщики? Дальнобойщики. Не переводит. Ну, пиши шоферюги. Шоферюги. О, драйвер уги. Ага, значит, мы драйвер уги в формане. Понял? Драйвер уги. Yes. Yes. Красава. Дай краба. What? Give me a lobster, опа. Give me a lobster. Красава. Это рот, а? Слышь, спроси у него, где бабки можно поменять. Ага. Менять бабки. Change grandmother. We help one. We know. Да. You want grandmother? Ну да, твои бабки на наши, менять. Your grandmother на our grandmother. My grandmother is dead. Шо? А, ты понял? Говорит, дед его может поменять. Ну правильно, дед идет. Чтоб никуда-то не ходить, мы поменяем. We want your dead grandmother, нам фиолетово. You want my dead grandmother? Ну yes. Да. Are you crazy? В смысле crazy? Ничего не понимаю. Слушай, короче, спроси у него, где пожрать можно, пошли. Пожрать не переведет, надо это, поесть. Знаешь что, Миша? Поесть я хотел 4 часа на трассе, понимаешь? А ты же не остановился. А сейчас я жрать хочу. Слушай, я думаю, если жрать будем, может мы это самое еще бахнем по писюлику, а? Очень хорошая идея. Как будет? Бахнуть писюлик. Kick little penis. Ага. Понял? Слышь, мы еще это. Have kick little penis. You want kick little penis? Для да. Хорошего настроения. For good mood. Ну, говорю, ну, чтоб, ну, чтоб и пожрать, и кик, ну, чтоб убить двух зайцев. Kill two rabbits. Kill two rabbits. Sorry. Kill two rabbits. You want kick так. Little penis no. For good mood да. And to kill two rabbits? Да, yes. Краба, красава. Give me lobster, красава. Нормальный чел. It's impossible. Что она говорит?
Говорит, невозможно, говорит. Слушай, спроси у него, где тут травы еще можно взять. Трава как будет? Трава. Грас. Грас. Что, грас бы нам, грас. Понял? Вот. I call to police. Не надо, полит. Подожди. Да, ты не понял. О, они, короче, тут в Европе грас сразу полиция привозит. Это у нас надо иметь особых полицейских знакомых, чтобы привезли. А у них любой привозит. Слушай, ну нормальный мужик. Слушай, Фрэнк, где тут у вас эти? Ну, ну проститутки, где, говорю. Проститутки? Ну да, проститут, там нужны. Go to the red light district. Не-не-не, light не подходит. Ты не понял, нам нужны такие проститутки, такие, чтобы хард. Чтоб, ну, такие, знаешь, ну, женщины, кровь с молоком. Ну, объясни им. Woman with blood and milk. Yes, woman. И чтоб, знаешь, такие, чтоб, смотри, тетюльки были у них, ну, четвертый размер, понял? Как будет четыре? Фо. Тиц, фо. Фо тиц. Фо тиц. Фо тиц. It's impossible, they have only two tits. Да нет, ту не подходит, ну на что, ну это ж смешно. Ты ему объясни, скажи, у меня жена, понимаешь, Любка, так у нее five tits, понимаешь? Five. He has a wife, and your wife has a five tits. Has a unbelievable. Что значит? Я тебя прошу, я с вами. Что говорит? Он говорит, я бы вдул бы был. Кого? Любка, я тебе... Тихо. Ну же, я пошутил. Прекрати. Ну ты тоже даешь. Да прекрати, все нормально. How many girls you need? Сколько надо? А, ну одна голова хорошо, две лучше. Ну что там? One head good, two head better. What? Have better. Ну и скажи, чтоб работящие были. Ну, чтоб руки золотые, ну такие бабы, чтоб... Hold hands. Sorry. You want woman with blood and milk, yeah? No. With four tits, two heads, and with golden hands? Yes. It's impossible, guys. Что? Говорит, невозможно. Что значит невозможно? Подожди. Ты, может, не понял. Все нормально, бабки не вопрос. Да, great mother, no question. Ты у нас этих денег, ну хоть попой жуй, понимаешь? Да, we have money, eat ass. Great mother, no question. I don't want eat your ass. Говорит, он не хочет кусать наши попы. А мы не просим. You are two crazy men. А? Это мы сумасшедшие. Ну, конечно, сумасшедшие. Муж и жена, одна сатана. Да, да. Нет. Man and a wife, one Lucifer. Нет, ну, с Тамарой ходим парой. We will walk in with Tamara. I call to police. Да не надо полиции. Слышь, Мишань, идем отсюда. Пошли. Давай, наверное, как обычно, украсть и переночуем, а то сейчас здесь... Да прекрати, ты что, я такой помятый? Да я 24 часа за рулем. Это ты постоянно накатываешь и с девочками на трассе развлекаешься, а я рулю. Знаешь что, кума, между прочим, как для дальнобойщика звучит обидно. Ну ты же знаешь, что я ж водить не умею. Ладно, валим. Отсюда. Друзья, к сожалению, к нам сегодня не смог приехать Потап, но у него уважительная причина, знаете, особые обстоятельства. Дело в том, что мы его очень просили к нам не приезжать. Да, но зато мы очень просили к нам приехать Настю Каменских. И вот сегодня у нас в гостях вторая половинка Потапа, ну, если точнее математически посчитать, скорее, вторая четвертинка Потапа. Встречайте, Настя Каменских, НК! Хе-хей! Боже, краса вернулась. Здравствуйте. Добро пожаловать. Да, рады тебя видеть. Ну, в принципе, как и всегда. Ты наверняка уже видела в соцсетях сейчас такой вот новый тренд. Звезды выкладывают свои фотографии. Но не просто фотографии, а на них они уже переделали свой пол на противоположный. Специальное приложение доступно всем. Если вдруг зрители не знают, о чем речь, давай им покажем. Внимание на экран. Начнем с наших ребят. Вот был такой мальчишка. И вот такая девчонка. Симпатяга, да? Говорят, в 11 классе он так и выглядел, собственно. Продолжим. Вот, еще один паренек. Легким движением руки в рыжую бестию превратился. Да. Следующая фотография. Да, это уже Ленуська. И превращается вот... О, такой секси-мачо. Не говори.
Ну, в общем, смотри, такая игрушка. Мы тебе будем показывать уже измененные фото наших селебрити. Зрители будут видеть и оригинал, а ты только измененное фото. Тебе надо угадать, кто это на самом деле. А, давай, давай, окей. Итак, начнем. Давайте первую фотографию. Если бы этот мужчина действительно был бы женщиной, он бы разорился на эпиляции. А да? Почему? Да. Ну, скажем, у него такие красивая грудь. Да? Знаешь, у него такие правильные дзидзи. А, дзидзю? Да, наверное. Слушай, вообще не похоже, вообще. Да. Вот так. И так бывает в жизни. Продолжим. Оп. Ну, такая небольшая подсказка. Он собирался идти в политику со своей старой подругой, скажем так. Давай. Вот, подружка. У этой подружки есть ресторан «Мать Кивскахата». Да. Я уже догадалась. Да, это Олег Вынник. Да. А если бы он был женщиной, у него бы, знаешь, были хиты «Тарас, с кем ты пьешь теперь пивас?» Или «Волчара», знаешь. Да. Все было бы иначе. Угадала, совершенно верно. Давайте посмотрим дальше. А вот это как тебе, девушка? Поговаривают, у нее в Киеве 16 квартир, на которых она, так сказать, наспрашивала. Это Гордон? Ну, конечно, ну. Тю. Давайте продолжим. Следующее фото. О, боже мой, какая красотка. Красотка, не говори. Эта женщина мощная. Она может и коня на скаку ударить, и в горящую избу войти, и снова ударить. Если сильно обидеть, кстати... И ее сеструха может вам навалять. Вот давайте посмотрим. Оп. А сеструха выглядит так же? Да, вот они. Две сестренки. Это Кличко. Кличко, совершенно верно. Да, давайте посмотрим следующее фото. Вот. О, Господи. Интересно. Про эту женщину ходят грязные слухи, что она очень любит приват. Коломойский? Конечно. Серьезно? Продолжим. Ага, вот симпатяшка. Поговаривает, она не только выносит мозги, но иногда на них зарабатывает. Да, я не знаю, что еще сказать. Вообще, эта девочка на любителя, всегда ходит с симпатичной подружкой. Твой муж. Да ты что? Да. Интересно, точно. Давайте за финалем. Вот. Суровый мужчина, но я скажу так, это единственный мужик, которому хочется прям уткнуться носом в грудь. Это я. Ну-ка, ну-ка. Это я. А есть у тебя такая рубашка? Мужик. Опа. Бытует мнение, что самые важные решения принимаются в кулуарах парламента. Оказывается, в этих кулуарах есть свои кулуары. Итак, представьте, VIP-комната Верховной Рады. Ренат Леонидович. Игорь Валерьевич. Мое почтение. Добрый день. Здравствуй, дорогой. А вы руку жать не боитесь? Коронавирус все-таки? Не боюсь, за меня уже переболели. Да ладно. Уже и такая услуга есть. Ну, конечно. Но рассказывают, как коронавирус коротал. Я самоизолировался у себя дома под Киевом. Да ты? Шо? А я у себя в Швейцарии, под Францией. Ясно. А что вернулся? Ты знаешь, просто надоело в 4000 стенах просто так сидеть. Понятно. Настолько было скучно, начал заниматься саморазвитием. Ну, немного подтянул... Английское гражданство. Может, английский язык? Не-не, язык не нужен, гражданство. Понятно. Ренат, а ты мне скажи, ты в каждом интервью 6 лет подряд говоришь одно и то же. Хочу, чтобы донецкий шахтер сыграл на Донбасс-арене. Ну вот ты мне скажи, а что ты за 6 лет для этого сделал? Заработал на много новых Донбасс-арен. Хорошо, смешно. Ну что, поработаем? Давай. Вернее, посмотрим, как другие работают. Хорошо, а как по-другому? Ты что? Да, по-другому. Ну что, на каком канале будем смотреть? На моем, на твоем? На нашем. Не-не, Ренат, ты не понял. Давай на нашем общем. Чтоб обидно не было. Ну вот другое дело. А, так? Ну да.
Ну давайте начнем. Готовы регистрироваться? Зараз зарегистрируем. Так, я это и напишу, потому что нас прослушивают. Если ты в зале, подними руку. Ага, привет. Вижу, вижу, вижу. Так, Дубинского наберу. А что он трубку не берет? А где Дубинский? Ты смотри, что он делает, а? Ренат, ты глянь. А я думаю, где у меня вчера с пьянки Жульен пропал? Так вот, никакой коррупции нет. Они тупо воруют наши Жульены. Слушай, Игорь, а ты не боишься, что все уже знают, что Дубинский твой? А никто не докажет. Ты посмотри декларацию. Дубинский записан на жену. Понял, все ясно. Так, ну мои вроде все, что там твои? Секунду. Зайди на минуту, пожалуйста. Так я не понял. А что, Петя твой? Не мой. А чей? Я же говорю, не мой. А-а-а. Просто молча берет деньги. Наши все на месте? Иди. Слушай, Ренат, я не понял, а что он у тебя такой грустный? Так он же раньше в этом кабинете сидел. Смешно, смешно. Да. Ну, начнем? Давай. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Ну, давай. Поїхали. Поїхали. Хорошо. Ну що, що проголосуємо? Може, закон про землю? Рішення прийнято. Та ні. Рішення не прийнято. А який закон про землю? Може, проголосуємо антиколомойський закон? Рішення прийнято. Ти що, з ума сійшов? Рішення не прийнято. У мене все-таки сьогодні день народження, Ренат Леонідович. Да, извини, я ж не знав. Ти ж промовчав, откуда я знав? Сейчас, секунду. Я исправлю положение, секунду. Надо Игоря з днем рождения поздравить. Сейчас, сейчас все будет, секунду, подожди. А ты меня скажи, а что значит ты не знал? Ты то не потом... мог на сайте посмотреть. Меня же в соцсетях нету. Сейчас да что ты рассказываешь? Подарок уже в слушай, пути. Но... Секунду. Вот. Это тебе. Спасибо, Ренат Леонидович. Да. Ну, давай выпьем за тебя. За меня? Да, давай за твое здоровье. Что пожелать человеку, у которого так много денег? У тебя есть мечта? Конечно, есть. Ренат, я хочу, чтобы у меня было столько денег, чтобы даже числа такого не было. И в честь меня это число назвали. Коломиллиард. Как? О, красиво. Давай за коломиллиард. За коломиллиард. Давай, да. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Реєстраційний номер 2144. Прошу прощения, что-нибудь еще? Да, передай Пете торт фигня. Что ты так грубо? Извини, не выдержал. Ну, прекрати. Просто. Ага. Он, видимо, знал. Ну да. Ну хорошо, у вас есть какие-то правки по бюджету? Я, допустим, совсем согласен. Ну, в принципе, одна есть. Какая? Не приймайте коррупцию в цьому бюджете, дякую. Не приймайте коррупцию в цьому бюджете, дякую. О, ты смотри, как она на лету все схватывает. А что ты хотел 25 лет в политике? Понятно. Но... Ну ладно, голосуем тогда. Прошу підтримати та проголосувати. Так. За 279 рішення прийнято. А ти знаєш, чому в монобольшинстві Зеленського голосів не вистачає? Чому? Тому що в його монобольшинстві є моє мономеншинство. Петро. Ну да. Скажіть, Ігор Валерійович, признайтесь чесно, з пленками брата Єрмака ви постарались? Ну не я один. А хто ще? Брат Єрмака. Молодець який, ну. Так, подожди, что это такое? А что это Пете принесли? Ну, ты знаешь, раз так быстро отдал, у меня два варианта. Какие? Либо повестка в ГБР, либо билеты на квартал. Тоже правильно, да. О, смотри, Гончаренко кому-то СМС пишет. Так, это он мне. Что? В смысле? Ну, мне. А что он у тебя как Лешко подписан? Слушай, стану я каждому клоуну новый телефон покупать. Я тебя прошу. А еще пишет. Говорит, будет сейчас выступать. Слушай, а ты знаешь, что этой штукой можно громкость регулировать? Правда? Серьезно, смотри. Когда нема чего есть,
коли в холодильнику пусто, коли надурили людей. Все, сделай его тише, пожалуйста. Да нет, ты что, это же Гончаренко, тише не делается, только ромче. А выруби тогда его совсем. Хорошо, ну. Ты чего кричишь? Ой, конечно, вырублю. Что еще тут интересно? Слушай, знаешь, тут фишка одна есть. Какая? Можно Kinect подключить. Это что такое? Kinect, ну ты делаешь движение, они за тобой повторяют. Правда? Ну, а, ну, да. А ну, включи, давай попробуем. Давай, ты готов? А ну, давай. Поехали. Кто там есть? Смотри, давай. Класс? Класс. Это еще не все, Ренат. Смотри, я сейчас музычку рубану. А ну, давай. Классно! Слушай, прикольная штука. Ты видишь, забавно. Надо правда себе дома такую поставить. Это, конечно. Игорь, ты ж. Ой. Ты с ума сошел, что ты делаешь? Ну, прости, я забыл Kinect выключить. Ну так выключи. Ну выключил все. Ну чего ты раскричал? Слушай. Да. Теперь тоже честно мне скажи. Что? Кива твой? А что, разве не понятно? В смысле? Ну, Кива. Коломойский Игорь Валерьевич. А, так это псевдоним. Да, конечно. Так же он Илюша Ананьев. Ты что, не знал? А, понятно, ясно. Ну, слушай, а хочешь в игру поиграть? Какую? Ну, игру «Бродилка» пора. А ну, давай. Смотри, на тебе, держи жестик. Так. Нажимай, да. Сейчас будешь играть за Власенко из «Батьковщины». Так, давай. Еще. Так, во, ты Власенко. Давай, начинай. Ну, так что надо, куда сжать? Это куда? Ага, это влево. Так. Я понял, так. Это назад. Да, да, да. Газни. Сейчас, а что это за кнопка? А, это захват. Ну все, видел, ты проиграл. Да. Теперь давай вдвоем. Вот это я. Давай вдвоем сейчас будем играть. Не пропусти босса на рабочее место. Так, готов? А где босс? Вот босс. А, вот босс. Поехали, давай. Ну, Лена. Так давай, помогай. Давай, давай. Блокируй давай его тогда. Давай, давай. Давай. Ну, но, так блокируй. Но. Игорь, блокируй. Да ну. Проиграли. Но. Ну, ничего. Ай, ничего. Слушай, хорошая штука. Класс. Не зря у тебя дубилет тут в правительстве 2 месяца сидел. Ну, а что ты мне скажи, а зачем он приложение Дия разработал? Ну как, это я попросил. Зачем? Ну просто тяжело все паспорта в карманах носить. А. Ну. Шановні колеги, оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Угу. Та ладно, это сколько? 12:40, смотри. Засиделись. Заработались, да, конечно. Но зато хорошо поработали. Замечательно. Один вопрос у меня остался. Ты не знаешь, почему Зеленский до сих пор никого не посадил? У него ж в прокуратуре такая же точно комната есть. Ренат, комната у него, но пульт-то у нас. Это правда, это правда. Ладно, буду бежать, а то еще на вторую работу пора. Да ладно, что за вторая работа? Сегодня свобода слова, надо Шустера озвучить. А я тогда в приват мотнусь, хочу там карту открыть. Зачем? Ну, хочу, чтобы хоть что-то там у меня в приватбанке было. Понял тебя. Ну все, пока. Давай, пока. Увидимся.